Штанга. Какая же она тяжелая! Я тебе помогу. Ха-ха-ха-ха. Эй! Да что ты че обалдел? Мячи отбивает. Всем привет, привет, ребятки, меня зовут Спойдер. Посмотрите на нашего шарика на зеленой лужайке, он тут в роли Бадди. Сейчас мы будем из вкладки спорт. Так, чё? Ты чё делаешь? Он ну-ка шарики собирает. Так он их ловит. Так, давай лови шарики, зачем только они тебе надо, я не понимаю. Так, странное развлечение, баскетбол. Смотрите, сейчас будем играть в баскетбол. Так. Так, что мы попасть не можем? Эй, Бадди, это ты что ли попасть не можешь? А ну давай тебя сейчас. Вот так вот голову твою сюда. Будешь вместо мяча. Так. Почти, почти, ребята. Так. Так. Да мы попадем когда-нибудь. На Бадди будем стоять. Ты чё, ты с меня смеешься? Ах ты. С меня смеется. Все, досмеялся. А я попал. А, так он мне мешает еще, да? На тебе. Ну, ребят, ну прикольно, можно в колечко покидать. Так, что у нас туда? Так, а дальше у нас тут вот такая вот штука. Бадди, садись. Тынь-пинь. Ой, смотрите, он такой довольный был. Ну-ка, давай еще, смотрите на него. Так куда ты? Все, сейчас ты получишь, знаешь, только меня тут. А ну, садись быстро, прыгай. Смотрите, улыбается. Все, ты довольный, довольный, да? Так, а ну тут прыгай. Смотрите, Бадди довольный, ему нравится прыгать на этой штучке. Так, ну все, попрыгал и хватит себе. Так, дартс. Опа. Так. И куда нам нужно попадать? Смотрите, у нас все в дартсе тут. Так, ну окей, это мы попробовали. Что у нас дальше? Бита, бита, бита недоступна. Зато у нас есть скейтборд. Ну что, будешь на скейтборде ездить? Давай, поехали. Так, ну только Бадди может так сесть на него. Да вставай ногами, ну чёрт ты. Опа. Ты будешь ездить на нем трюки делать или нет? Или ты сейчас получишь этим скейтбордом, но у меня, если ты сейчас не будешь выполнять мои команды. А ну быстро сел на скейтборд. Опа! И шух. Переворот. Да стой ты! Опа! Шух. Плохо он, ребята, на нем ездит. Ужасно. Ужасно. Это, ребята, пинбол. Смотрите, мы его расстреляли красками. Так, чё ты мне мешаешь тут? Всё, сейчас мы его помоем. Так, уточка. Чё за удочка?
Опа. Так. Я хочу тебя словить на крючок. Все. Поймался. Давай. Опа. Поймался на крючок ты. Все. Гольф-клуб сейчас мы тебе устроим. Так, что у нас тут есть? А, две разные клюшки. Давай, дальше не кричи. Опа! Так, а ну-ка вот эту. И удар! И бам! Ой, ну и гольф-клуб, конечно. Так, хоккей. О, вот это сейчас тебе не повезло. Я думал, она как-то поинтереснее будет, эта клюшка. Так, опять дартс. А, смотрите. Так, может, ты сюда подойдешь? Опа! Тихо, не мешай там мне. Давай поиграть чуть-чуть. Все. Так, я хочу попасть. И что будет? Приз какой-то выиграем. Давайте уже, ладно, до конца доиграем. Посмотрим хоть, что будет. Так. Пять. Один. Так. Хватит, отстань от меня. Мы лучше поиграем сейчас с Бадди в футбол. Давай, вратарь, становись на ворота. Так. Ты чё? Ты отбил мяч. Ха-ха-ха-ха. Эй! Да, ты чё, обалдел? Мячи отбивает. Да ты... Всё, тебе хе-хе-хе-хе. Сейчас мы будем бить очень мощно. Да. Опа. Опять ты отбил. Так, ну этот футболист, конечно, мощный. Так, ну с тобой, конечно, нормально не поиграешь. Ну сейчас мы что-то другое выберем. Так, где у нас тут оно? Так, коньки. Стоять. А чё ты не будешь ноги вставлять в них? Эй! Я, ребята, думал, их оденет. А ну одевай. Давай, вставляй. Да, ребят, коньков тут и не увидите. Но с донат есть. Штанга. А!
Какая же она тяжелая! Я тебе помогу. Ой, ребят, ну что ж, такая получилась серия. Если вам понравилось, так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока-пока.